реализованы, насколько экономически они могут быть подняты и осуществлены, это вопрос очень непростой. И особенно это касается изменения климата, если это будет даже сделано на благо человека. Поэтому вот все то, что можно посмотреть в книге, оно может различными кругами и общественности, они могут быть и учеными, обсуждаться и в настоящее время. И не может быть достигнуто единое мнение о том, что же произойдет на самом деле. Только будущее может показать, станет ли климат благоприятнее для нас и для нашей страны, станет ли транспортная магистраль, которую проведут через Берингов пролив, в настоящее время полезной, а через много лет она станет ли вообще необходимой, поскольку могут измениться совершенно энергетические ресурсы, доступные человеку. Ну и, наконец, отсутствие ледяного покрова в Арктике – это не панацея. Это изменение климата, это то, что мы сейчас с вами видим. Поэтому книга заставляет задуматься о тех последствиях, которые могут быть после того, как данный проект, описанный в ней, может быть реализован. Поэтому